Это было что-то страшное. И я считаю, что это расплата за отсутствие мозгов у большего числа населения. Вот я считаю так. И нормально мыслящих людей много было в Славянске, но люди просто боялись. Боялись вот этих подвалов, боялись вооруженных бандитов. Поднялась вся мразь, понимаете, вся мразь. Сидела все дно. Безработные, наркоманы, всякая нечисть. Они все стояли на блокпостах. Мы все прошли такое, что нам надо статус, я не знаю, какой дать. Будете выступать, порежем. Пожалуйста, мы хотим жить в Украине. Так.